X-Max 8S. Я так, сегодня мне рассказали, можно отличить вот по такому вот бамперу, который все типа верно, задний. Это последний, значит. Чем еще он отличается от 6S? От 6S внешне отличается только... Колеса другие у 8S. Они более прочные. Их дует, но не так сильно. Потому что если сюда поставить колеса от шестерки, их просто разрывает от мощности. Поменял сразу здесь регулятор скорости, разъемы поставил другие. А стандартный что? Стандартные банки отсекает на 3,6. И не очень понравилось это. Прокат не даете? Нет, нет. Свои, да, под залог стоимость. А залог стоимость сколько? 30, что? Так, от этого он чем отличается? От 6S тут что-нибудь есть? От 6S... Укрепленные что-то говорят там. Здесь, ну, дополнительные вентиляторы. Стоит другой спурок, и он здесь стоит металлический. У 6S стоит пластмассовый. А, ну то есть уже усиленные. Да, уже усиленные. А так, рычаги и все остальное? Рычаги стандартные, дифференциалы стоят другие. Ну, внутри. А, дифференциалы тоже помощнее, чем да, у 6S? Да, они помощнее. Ну, но это круто. Ломает, а, не срывал, да, тоже козлишь, нормально. Вообще ни разу. Вообще ничего не ломалось. Но только при ударе разломалась вот эта вот штука, как она называется, не знаю. Чашка, кость. Вот это вот? Да. Вентиляторы, по-моему, вот эти стоят тоже, на шестерке их нету. Или здесь один стоит. Он дороже, насколько, чем 6S? Вообще стоимость самого автомобиля? Да. Машинки, мне кажется, 1020, наверное. Примерно, да. Покупай модели Traxxas со скидкой 5%. Магазин Хобби Центр. Промокод Дед Вадим. Ссылка в описании. И тут аккумуляторы сколько мощностью надо? Джинсы 70C. Если доставить 50-ки, он их съедает быстро. Но одномоментно он прям проседает и рек отключается. Мне больше всего нравятся джинсы. У меня есть ХРБ. Что еще есть? Какие у нас еще? А, есть еще графиновые турниджи. Наверное, их поставим сейчас, да? Да, вот турниджи, они крутые. Разъемы. Разъемы 90 стоят. Турниджи, они крутые. Все колеса управляют. Самые крутые. А тут что, разъем были траксовские, стандартные? Да, траксовские были стандартные. Эти более удобные. Вот это да, антидемуль. С антиискрой специально поставил, чтобы ну, не было такого типа замыкания. Влаг защиты как у этого всего? 100%. Ну, сейчас мы видели, да? Да, гонял по воде, пока все нормально. А вон, смотрю, у тебя тут антенку закрепил. Антенку я закрепил, да, потому что, ну, регулятор нестандартный, места ему мало. И поэтому пришлось ее отсюда срезать. Что еще тут доделал, дорабатывал? Больше чего, свет только провел и все. Это сколько ты на нем гоняешь уже? 3 месяца. А до этого был X-Max? До этого был Summit. Ага. За 3 месяца что успел сломать? Только вот это одно. А, и все? Да, больше ничего. Ну, нормально. Колеса поставил вставки дополнительные вот такие вот. А что они дают? Более прочные стали колеса. Это ты на принтере или на чем они? Да, на 3D принтере. А, это сами, короче. Да. А помнишь, ты у этого фара? Свет загерметил, да? Свет загерметил спереди и сзади. То как ощущение, стоит своих денег или нет? Вообще на все 100. Мне очень нравится. На все 100. Большой масштаб как тебе? Наоборот, плюс или минус? Мне нравится. Мне очень понравилось. Менять ни на что не хочу, продавать тоже. Аппаратура стандартная тоже всем устраивает, аппаратура, да? Аппаратура стандартная всем устраивает. Сервопривод тоже влагозащищенный, водонепроницаемый. Стоковый? Стоковый. Сервостоковый. Что жена сказала, когда я купил? Сказала, зачем такой купил еще больше, чем был. Что жена сказала, когда принес машинку? Добро пожаловать! Это на камеру, сейчас я выключу, скажет правду. Вот такие графины купил специально для него. Сколько стоит? Вот аккумуляторы по-любому затратно. Вот это 50. С Китая? Ну, с Америки. Не, с Америки. Это турниджи. Плюс. То есть только отдача тоже 75C. Это 3S. Сейчас поставлю 3S. Сколько в нем емкость? 6000.
Ага. Пап, как ты стоишь? Они нестандартные. Здесь были эти... как они называются? Эти? Защелки такие, да? Как у Тракс... Ну, 75 метров. Защелки были. Я их снял, поставил... Сам вот это уже сделал, да? Да? Удобнее, да? Поставил, да? Удобнее. Можно поставить любой аккумулятор, стандартный, нестандартный, без разницы. Что, как мощности хватает в нем? Мощности... смысла потом. Ну, не хочется побыстрее там? Не, вообще, на 8 мест все устраивает. Летает просто... Ну, наверное, тебе если дать 6С, потом ты скажешь, что чуть-чуть не хватает. Все правильно. Вот я сейчас поставлю 6С, ну, естественно, будет так вот. Пап, зачем один-то ставишь? Как-то один. Сейчас второй один будет. Потом второй. Сейчас, я думаю, ты сразу в одну вот эту поставишь. В одну? Двое, да. А, точно, мы же так с тобой ставим. Они плюшки. Да, очень удобно, места здесь много, можно поставить любое дополнительное вот, оборудование. Давай, а давай 4 аккумулятора любое поставим сейчас. Можно хоть сюда 2 аккумулятора, хоть сюда 2, ему без разницы, он веса вообще не чувствует, вообще. А потому что он сам весит. Да, он кучу весит, он тяжелый, да, для него нужна какая-то коляска, чтобы, если он сломается, посидеть. А вот сегодня Макс приходил, от картошки взял, катил там на колесиках, прикольно, удобно. Правильно. А свет сам делал, да, уже? Свет, тут да. же нету его в стандарте. Свет, да. Тут дырочки были, да? Дырочки просверлил. А, просверлил? Да, нету тут. Просверлил, не было дырочек. Ну, все вроде эргономично смотрится. Ну да, смотрится, как будто они и были тут. В общем, спустя 3 месяца доволен. Я очень доволен. Менять ни на что не хочу. Папа, хоть кататься. Он очень простой. А, кстати, вот в плане, я не знаю, ты его, наверное, не разбирал, да? Мне кажется, в плане разборки он сложный. Смазывал дифференциал. Траксос все время делает что-то сложное. Вот это очень простая машина. Димуль, можно чуть-чуть поговорю? Автомобиль очень простой, дифференциал разбирается, 4 болта откручиваются и все. И он у тебя уже в руках. Ну, это мне вообще хорошо. Это меня больше всего радует, потому что раньше... Мелкая рева у меня была, ее мне вообще не хотелось лишний раз трогать. Угу. Потому что потом разбирать, собирать. Ну, я, наверное, по этой причине и продал саммит, потому что для меня он был сложный. Чтобы добраться до дифференциала, надо полмашины разобрать. Здесь 4 болта, все. Даже не снимая колес. Круто. Он состоит из 3 частей. То есть вот эта часть отдельно, это отдельно, это отдельно. Откручивается, ну, буквально там за минут 10, наверное. Это 8 болтов, морда вся вот так чуть отходит. Что-нибудь дорабатывать думаешь или вообще, все вообще и так? Все вообще устраивает полностью, дорабатывать ничего не собираюсь. Даже колеса устраивают, да? Обычно колеса хотят. Вот. А, ну ты колеса вставил и все, теперь устраивает. Да, да. Я хотел пролайны сюда поставить, ну потом передумал. Ну и так все отлично, да? Да. Они нормально едут по снегу, они зимой не дубеют, то есть они мягенькие всегда. Гребут хорошо, то есть они вот они все мягкие, дышат, без похода. И зимой они точно такие же мягкие, точно такие. А вот это сколько машин стоит? 100 тысяч. 100 тысяч? Пойду у папки попрошу. Единственное, что для него затратно, это аккумулятор. Аккумулятор он ест очень быстро, буквально их хватает он. Если газ полный, минут 15. То есть это вот машинка, о которой можно сказать, купил и из коробки сразу поехал. Делать ничего не надо. Купил только аккумулятор и все. А часто ты гоняешь? Раз в неделю. А, ну нормально. Раз в неделю, каждые выходные мы ходим, гуляем по парку. Вот, да, кстати, я тоже хотел спросить и забыл про систему стабилизации. Да, здесь на Реве 2.0 Дениска говорил, там нормально. Здесь стоит, да, система стабилизации, помогает очень сильно. То есть машина большая, скорость высокая, где-то 80 км в час она разгоняется. В стоке, не меняя ни пиньонов, ничего, просто в стоке 80 километров едет. И система стабилизации очень помогает. Ты с ней все время ездишь, да, не отключаешь? Ней, всегда. А без нее уже как-то туго, да? Без нее уже даже не представляю, как ездить. То есть машина гуляет, система стабилизации, даже при прыжках, она выравнивает машину. Надо попробовать, посмотреть, поуправлять. Да, давай. Сейчас дам. Ну, да. Побудешь видеооператором. Да, давай. Сейчас мы проверим трекшн-контроль.
А, вот. То есть его можно регулировать, да? От нуля, да, можно выключить на 50%. А, вот 100%, 50. Ну, сейчас мы проверим 100%. Не, мы сначала выключим, проверим. А то хочу, как у меня на моделях, когда его нету. Все управляется. Ездить можно, даже он. Я кручу и влево-вправо. Вот, еду прямо. Вот это если включить трекшн контроль. Ну, теперь проверим. Не, ну теперь смотри, я крутил влево-вправо, чтобы он ехал прямо, а сейчас я только влево, потом опять отпускаю, просто чтобы прямо, он сам едет потом прямо. Нормальная штука. 6S, говорят, нету вилибара, а 8 есть. Еще один плюс. Ну с 20-ку-то должен быть, да? Перезапиши видео. Все, и выкинь камеру, да? Еще отличается от шестерки, здесь в стоке стоит вилибар. Вот поэтому машину вот прямо с коробки ничего дорабатывать не надо, абсолютно ничего. Все, распаковал. Это я вот первый раз такое слышу, прямо, что так хвалят. Потом эти скажут, что такое. И, но... и плюс у нее нету этих, как они называются? Ну вот эти вот. Клипсы. Клипсы, да, здесь нет клипсы. Быстросъемная корка. Слушай, ну у каждого по быстросъему свои. Кто-то на клипсах, кто-то хочет быстро съемать. Но Денис с Ревой 2.0 тоже говорил, что это вообще он. Ему просто это настолько нравится, что он просто вообще. Каждый хвалит свою модель, она лучше других и все. Вот, мой саммит лучше всех, да? Конечно. Твоя Рева лучше всех. Да. Здесь газ, тахометр, температура рега, температура мотора, сколько по вольтажу, разуклоны. И скорость. В общем, сразу прямо на телефоне, да, можешь менять, пока гоняешь, ну, да? Ну, менять, и менять еще модели можно. Можно мне вот это? Давай, поставь все настройки. Пожалуйста, катайся аккуратно. Ну, вот сейчас стоит нагрузка где-то 50% мощности, я ему больше и не ставлю. Ну, потому что вокруг дети и... Вот эти зелененькие разбили, да? Нет, он был вот такой черненький. Ну, это вы распечатали уже, да? Да. А дальше... Что еще тут ломалось? Ничего не ломал. Сравнивал 8S. Что там отличие? Друзья сравнивали. Валит кошмарно. А так, прочнее он или? Прочнее, да. А, вот что сделали. Не знаю, кто оценит. Это вот эти пыльники сделали. Заказали у Бахи. А вот, набили туда 222 смазки. Еще. Ну и как бы уже опробовано, что... Задняя выдерживает 4 покатушки, аккумуляторов ничего не разорвало. Вот он идет дальше, пыльник. Одевается на чашку и... А, вон еще какие пыльники. Вот это общий пыльник. Он от Бахи. Это эти, как там, подшипники, да? Да, да, это все сохраняет. Защищает. Вот эта вещь я сделал. Вот это хендмейд, а больше ничего. Ну, вот это напечатанные вставки для прыжочков. А, для зелененькие. Всего. Да, да, да. Что поменял? А, вон свет сделали. Ну, он там есть за этот. Ночью, конечно, офигенно смотрится. Ну и так все обработано вот этим ВД. Ну не ВД, это силикон жидкий. Напомадена вся.